Combien de bombes atomiques vous avez vues dans la chambre forte? Une. Une seule bombe? Oui, une, mais des emplacements pour trois. C'est pas parce que je vois une ou deux lumières dans le ciel qu'il y a un putain d'ovni. Écoutez, on a pensé qu'il y en avait trois. Je pense qu'Elvis est encore en vie, mais je vais pas acheter des places de concert pour autant. Qu'en est-il des autres bombes? Il y en a une qui est déjà ici. Alors vous n'êtes pas au courant au sujet de Paris? Quoi? Vous avez compris. On n'a pas réussi. Qui n'a pas réussi quoi? Vous parlez de lui. Il était membre des Spetsnaz dans l'unité Wimpel. Dimitri Dima Mayakovsky. Le genre d'agent qui ne se trouve jamais quelque part par accident. On sait que vous le connaissez. Oui, on se connaît. Où est-ce que vous voulez en venir? On pense que vous savez ce qu'il faisait à Paris. Dites-moi ce qui s'est passé à Paris, et je répondrai. On n'a pas plus d'informations que vous. Le seul qui sait ce qui s'est vraiment passé à Paris, c'est Dima. Дима надеется, что американец сделает то, что ему положено в Нью-Йорке. Круг подтвердила правила игры? Да, самое главное захватить ядерное оружие, что бы это ни стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будет обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских ерунда по сравнению с этим. Соломон, долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть и псих, но отлично знает, чего он хочет для достижения своей цели. Дима, ты помнишь, в последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, у могилы неизвестного солдата? Помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, какое воздействие мы оказываем на мир. Да, сегодня несколько человек узнает о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евремлекс обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима! Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настояния, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. На меня! Через автопад. Вниз на уровень, потом вверх полез. Убери.
фара! Thank you.
Давай, Дима! Основной торговый этаж вот туда! Шевели! Быстрее! Двигай! Огонь. Дай полиции загнать его сюда, тогда мы его захватим, понял? Пошли!
обезопасил это. Что за херня, блядь? Это же пустышка, не ядерное оружие, блядь. Топор лишь ему где факел?